Перстрой. Начинаем готовить димляма. Я хотел готовить на костре, не получается, потому что дождь идет, поэтому мы решили на электрической печке готовить. Как получится, посмотрим. Я попробую, ни разу не попробовал, как получится, не знаю. Казан поставили, нагревается. Сейчас добавляем масло, делаем димляма. Наливаем подсолнечное масло, где-то пол литра. Пускай греется. Все, резали мясо. Сейчас начинаю жарить мясо чуть-чуть. А так чуть-чуть надо жарить. Луком. Добавляю еще баранину мясо. Настройки я готовлю просто. Вот на улице уже вырезал лук. Еще картошки отдельные. Штук 5 добавляю. Ну, в принципе, неплохо получается. На электричестве. Посмотрим. Я сейчас добавляю лук, вместе с мясом обжариваю. Это рецепт моего рецепта. Это я по-своему сделаю. Как говорится, баранным мясом, говяжье мясо, баранное мясо просто аромат дает. Очень вкусно пахнет. Сейчас добавляем лук. Сюда. И будем жарится. Пока жарится, я потом сверху добавляю капустами. Морковки. Сейчас мы добавляем морковку. Тут жарится морковка. Потом болгарский перец и чесноком. Будем перемешивать. Хорошенько все жарится. Вот как хорошо пахнет. Под дождем готовлю димляма. По своему рецепту, дорогие друзья. Это я по-своему делаю. Здесь сейчас похоже зира добавляю. Не будет. Сейчас хорошо. Картошки добавляю сейчас. Сейчас мы добавляем помидорчики, горячие добавим. Пускай обжаривается. Потом, как говорится, это дело. Картошки добавляем. Картошки здесь добавили. Я это все сам сделаю из одной руки. Одну руку на камеру, а вторая вот и это. Вот так. Положили картошку. Сейчас мы чуть-чуть добавляем зира. Добавляем зира. И добавляем соль. Надо кипяченую воду добавлять. Чеснок все не забыли. Кипяченую воду чуть-чуть налил.
все. Все как положено. Теперь подождем где-то полчаса. Закрыли крышку. Ну-ка, открываем. Ну-ка, мы открываем. Землема у нас готова. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр.